So this one is how to not rescue a princess. Три богатыря и шамаханская царица. Пиздец. Три богатыря. Три богатыря и шамаханская царица. Три богатыря и шамаханская царица. Let's go. Долго ли, коротко ли, но собрались наши богатыри вместе. Не пройдет теперь войско темное, не проскочит зверь незамеченным. Да что там зверь, муха не пролетит. Wait, they're coming together. All three of them together. And Chat, who's the best one? Who's the most Lucic? Alyosha Popovich, Ilya. And which one's the best one? Илья? Avengers. Yeah, Илья is actually like he's the strongest and smartest one. Все, сил моих больше нет. Кто разрешил шевелиться? Не нарушай композицию. Имейте совесть наконец. Wait, and the Divishkas come together too or no? Вы срываете нам конкурс «Образ богатырей в народном творчестве». Хоть бы супостаты налетели, что ли. А ты одаримый силушки богатырской. Какие теперь супостаты? Всех перебили. Да, поторопились. Google the painting «Три богатыря». Oh yeah, I seen that one actually. Hold on, we'll Google it real quick. This one, this is a reference to this, right? Yeah, I seen this one. Agoon. Zabies. Едали бы силушки богатырской. Какие теперь супостаты? Всех перебили. Да, поторопились. Wait, they're not even actually on... What the hell? What is this? Who are these people? Kato. Tenderly. The Shamas. Yo. How do you add a heart monitor? Уходите! How do you say that? Уходите! Уходите! Damn! Вы что, не поняли? Проваливайте! Why is this epic? He's dead. Я полюбил тебя с первого взгляда. Now that's a fire superpower. Я шамаханская. The superpower makes you simp. Damn. That's a goon power, bro. It makes you turn into a simp. Кто ты? Я шамаханская царица. Но тебе не нужно было об этом спрашивать. Любимая! Ебать! Если не найдешь, я не знаю, что с тобой сделаю. Как
кажется, это здесь. The munch pad. Ты не ошибся. Ты мне мешаешь. Я ему мешаю. Я должна была тащиться в такую даль, чтобы любоваться на это уродство? Ты можешь помолчать 5 минут? Я из тебя суп сварю. Нашел. Чего сам носись, гэз? Поверни это. Bro, it feels like we're like in a, like an Indiana Jones movie or something, bro. The sound is like fire right now. И что с этим делать? Сейчас разберемся. Ага, кувшин, слезы. Так, все понятно. Слезы 1000 твоих подданных красавиц должны наполнить кувшин. И все. Что все? Польешь этими слезами дерево, оно расцветет, даст плоды, и ты получишь свою вечную молодость. Ну-ка повтори, слезы чьих подданных? Там же нарисовано, слезы твоих подданных. Плохо, сука. Ну, красавец. Обманщик. Расстроилась царица. Обманщик. Сильно расстроилась. Фонтик. А все потому, что не любила она красавиц. И давно извела их всех в своем царстве. Где я возьму столько красавиц? Красавец. Киевской Руси. Сделаешь их своими подданными, и все. Киевская Русь, говоришь? Балалайка, матрешки и 3 богатыря. Здорово. Князь у них там правит. Мрачный тип. А впрочем, какая разница? Срочно отправляйся туда. Из перьев вылези, а сделай так, чтобы он на мне женился. Понял? Понял. Let's go, bro. Yeah, she's a plora suka. I ain't gonna lie, bro. Bro, she can make you simp, bro. This is crazy. I mean, you probably can't say that. Ban? Stop his ban word. Double. Oh my god, this guy, bro. I don't like this guy, bro. Скучно. Скучно. Все сидишь вот так на престоле. Сидишь. А годы идут. Так ты походи, князюшка. Разомни ножки-то. Не, не княжеское это дело пешком ходить. Народ засмеет. Не-не-не. А ты по хоромам походи, никто и не заметит. А если кого и встретишь, спроси, как пройти в библиотеку? Wait, this is the guy that stole Забава, or is it Забава? А? It's the same guy, right? Уважать станет. Мне что, у меня и библиотека есть? Different guy. Alright. Как же? А ну, кыш отсюда! Кыш! 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 Я долбоёб. Я тупой, сука. Я Юля's back. Юлия's back, man. Есть тут кто живой? Юли! Юли. Фу. Ну что за манера? Чуть что, так сразу орать. А, это ты, светлейший? Заблудился? Что значит заблудился? Проверять тебя пришел. И не зря, как видно. Да, беспорядок. Навально все. Запрещенного ничего не держишь? Да что ты, князь? Смотри у меня, доиграешься. Книга! А книги сами где? Да вот они. Красный книга. Книги. Интересно, книга! Интересно. Я люблю книги. А это что? Это факты. Что за поколение Хэ? Почему Хэ? Потому что в 10 веке живем. Только что, видать, поступило. Ну, пока я это, инвентаризацию делал.
привлекательная царица познакомится с симпатичным князем средних лет для серьезных отношений. Damn! Why even the picture can make you turn into a, you know, Yo! Зря царица нашего князя мрачным типом назвала. Какой же он мрачный? Наоборот, веселый такой, подвижный, раз-два и собрался в дорогу. Ну а то, что головой мало стронулся, так не просто так. Влюбился человек, жениться едет. Не пущу, князь-батюшка! Ой, как хочешь, князь-батюшка, не пущу! Nah, that's low-key the best superpower of all time. No cap. Не пиздёшь. Is this Yibalo made of stone or something? He just Yibalo slumat on the concrete. Нихуя себе. Ну, успокойся. Зачем же ты так? Это же андалузский мрамор. А кто ж Киевом править будет? Да вот хотя бы и ты. Я? Да я теперь, я тут, ну, князюшка. Да я... Гляди, умом от радости не тронься. Ты вот что, богатырей вызови. Пусть лучше из них при тебе будет. Зачем? На всякий случай. Где эта библиотекарь? Сколько можно ждать? Быстро! Карту мне! Спокойно, спокойно! И чего вы все такие нервные? Показывай дорогу! Вот так бы сразу и сказали! Значит так! Следим за копытом! Сначала... Князь, наступи, а! Значит так! Сначала на запад верст 200-250. Потом болотом, потом подводами через лес, потом, значит, через горы. Дальше разворачиваемся, и немножечко на восток. Ну, как бы это понятней-то. Yo, that looks so sus, bro. What is the king looking at, bro? Разворачиваемся, и немножечко на восток. Ебать! Yo, this is how he ебанет, типа. Yo, this king is sus, bro. И they want to fight that shit. Ты заебала. Ну, как бы это понятней-то? Зюнь-зюнь-твест, понятно? He's trying to find a treasure there? He's trying to find a подарок, the большой подарок of the horse, man, the лошадь. Покажешь. Не понял? Минуточку, что значит покажешь? Мы так не договаривались. Я не готов. У меня подковы старые, вот-вот отвалится. А библиотека? Пропадет же без меня библиотека. Разворуют. Ее потом археологи веками не отыщут. Слышь, ты! Это произвол! Дайте хоть поесть перед дорогой! Я утюг не выключил! Power of Yatsas? Таким образом, открытие северного дровяного пути, который некоторые уже поспешили назвать Северным потоком, неуклонно толкает... Напечатал? That's the girl you guys all like. Неуклонно толкает рейтинг киевского князя вверх, что и доказывает то, что, собственно, в доказательствах уже не нуждается. Ой, слушай, допечатай без меня. Мне в Осколково. Там сегодня новая конюшня открывается. Будут показывать, как готовятся они летом. Вечером не жди. Ложись спать без меня. Тупой. Добрыня, что это? Мы ж с тобой совсем другие выбирали. А что? По-моему, отличные обои. Службу напоминают. А это тебе что напоминает? Так это ж Горыныч, друг мой верный. Эх, где-то он сейчас. В общем так, я в этом ужасе жить не собираюсь. Либо ты все переделываешь, либо я переезжаю к маме. She looks more like a mom than his wife, you feel me?
The cats are back! The babushkas! The babushkas are back! Челси, Алёша что тупой? А наш князь тем временем спешил в Шамаханское царство. Сердце его пело, а душа ликовала. За лесами, за горами, море, за лесами, лес, за горами, 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 за горами. That picture made him travel all the way to find her. Ебануть. Bro, I know some of you guys do that, bro. You guys would travel all the way to meet a Devishka, and you won't eba. That's tough. Там луга заповедным диким лесом заросли, и древа там стоят, стоят росовые, на них шишки простые, не кокосовые. GPS говно. Yeah, this guy, you know what I'm saying? У меня вистал. И вистал. Ебать. Oh my gosh. This guy is crazy. First scene, look. Князь наш оставил меня престол хранить. Честь, как сами понимаете, немалая. Но наказал он мне взять одного из вас в помощники. Как так, в помощники? Может, тебе еще и огород вскопать? Ты, боярин, с нами так не шути. Ну, не хотите, как хотите. Князю отпишу, что отказываетесь. Так помощник кому нужен, тебе или князю? Князь невесту смотреть поехал. Ему помощники без надобности. А мне наказал править вместе с первым богатырем на Руси. Остальным отпуск. С первым богатырем на Руси? Ну что ж, братцы, поезжайте, отдохните. А мне придется в Киеве остаться. Почему тебе? Речь-то обо мне. Ладно, ладно. Побалагурили и хватит. Так и быть, пригляжу я за Киевом. Ну, Илья, сказано же, князь только первому богатырю доверяет. А кто первый? Я! Damn. But yeah, to be real, we already know, chat, who's the best one, you feel me? You know what I'm saying? We know who's the best one. You know what I'm saying? It's Ilya. But I'm still gonna ride for my guy, Alyosha Popovich. Yellow blue, Alyosha Popovich. It's a Нет первого среди равных. Сначала Добрыня об этом подумал. Chat, if they all fight together, Илья's winning. А за ним и Илья с Алёшей также решили. Ну и слава богу. Хотя осадок, конечно, остался. Так что князю отписать? Тихон? Отказываетесь? Да. Добрыня smarter? Добрыня smarter? Or Илья? Who's winning, chat? Добрыня? Я ведущий наяву. Oh yeah!
Oh, yeah, if they're not in Russia, Dobrina would lose. It's a factor. So it has to, it can only be Ilya or Lusha Popovich, bro. They're both strong, though. You know what I'm saying? Because they just have to go out of Russia and Dobrina can't fight. В жизни она еще прекраснее, чем на портрете. Тихо, говори. Приветствую тебя, князь Киевский. Руку оторвешь. Отпусти руку, княже. Значит, вы и есть царица? А это наш князь. Пардон? Говорящая лошадь. Какая нелепость. Сам ты лошадь. Я говорящий конь. Тоже мне пингвин шамаханский. Прошу дорогого гостя проследовать в мой дворец. How do you say king again in Russian? Ты что застрял? Так ведь и я уже не нужен. Пойду осмотрюсь. Говорят, здесь прекрасная библиотека. Нет. Ты что? Не видишь, какая непростая сейчас обстановка? Международная. Какая? Nah, she just got a little mannequin seized because she don't got the gyats. Непростая сейчас обстановка. But I like her voice though. Her voice is fire. Не на шаг от меня. Вот ваши покои, князь. Здесь мы можем побыть с вами наедине. Вы что-то хотите сказать? Да, мы европейцы, и ничто человеческое нам не чуждо. Вот. Sorry. Yeah, what's it called? The king wants the Hoshashkuni. Это факт. Да ты Hoshashkuni. Идиот. Ой, как я волнуюсь. У меня же это в первый раз. В чем дело, княже? Невеста не понравилась. Не смей так говорить. Она прекрасна. Да ты ведь даже лица ее не видел. При чем тут лицо? Один взгляд. Ее чудесный глаз. Да, мне тоже от этого взгляда. Как-то не по себе сделалось. Ну ладно. Ты тут устраивайся, а я пока в читальный зал загляну. Вы не представляете, как я рад нашей встрече. Позвольте представиться. Гай Юлий Цезарь. Вот. Увидал вас и решил составить вам компанию. Знаете, я частенько так прогуливаюсь. Да-да, вот так вот запросто. Girl horse looks один sexy. Без охраны, скрылся незаметно и гуляю. А князь бушует, где Юлий? Немедленно разрешите меня, Юлия. А как? Он ведь без меня и шагу ступить не может. Ведь все на мне, все на мне. Внешняя политика, внутренняя. Ну и силовики, конечно. В смысле эти, богатыри. Как я устал. Не поверите, как устал. А хочется банального тепла. Какого-то уюта. Взгляда ласкового. Does she not talk? Yo, she's looking at him like, you дабоёб. You дабоёб, тупой. Ты глупый. А как мне нравится, что вы молчите все время. А знаете что? She don't understand. Нет ли у вас поблизости недорогого кафе? Ну, мы могли бы вечерком там... Эй! Они там что, в этом Киеве? А? Все такие малахольные. Потерпи. У русских приняты долгие ухаживания. Да, кстати, а ты не могла бы сделать мне небольшой подарок? Какой? Отправь эту тупую лошадь на живодерню. Что? Не нравится он мне. Спасибо большое, Кирк, man. That Dvishka Lashad said, нахуй не надо твой, нахуй не надо, I don't need you. Ладно, получишь его шкуру в подарок. Сразу после свадьбы. Мою шкуру? Добрый вечер. Веточка хрясь и пополам.
Вот прикол. Гнездышко себе вьешь? Да-да, готовлюсь стать отцом. А наш князь без ума от вас. Влюбился, как дитя. Влюбился, пускай предложение делает. Увы, боюсь, что это невозможно. Как невозможно? Почему? Понимаете, по нашим обычаям, влюбленный юноша должен сначала пройти испытание, добыть платок своей любимой. Скажи, будет ему платок? Хоть 10. Нет, все не так просто. Любимая должна сидеть в высокой башне у окна и томно вздыхать, пока он не выхватит платок у нее из рук. У вас башня имеется? Подойдет. То, что надо. Завтра в 10. Ждите. Спасибо большое, Кирк. I see your comments, reaction, prices. Спасибо большое, bro. So this guy's gonna just stare at the picture. This guy wants to conchit just looking at this picture. You know what I'm saying? So he's just gonna stare at it, but he doesn't want to go talk to her. That's crazy. That's her without the mask. I ain't gonna lie. She fire. She a goon. Yeah. Она божественна. Прекрасна. А я? Кончита. Чайзис, you guys? Она никогда меня не полюбит. She actually likes him. Князь, я все понял. Вы с ней не пара. Это она тебе сказала. Взгляни на эту башню. Как тебе? А ты должен будешь допрыгнуть до окошка под самой крышей и выхватить из рук царицы платок. Ничего себе задачка, а? Прямо из ее рук. Нами издеваются. Нас здесь не любят. Ноги нашей тут не будет. Ну что ты стоишь? Собирайся. Я готов. Прекрасно. Едем домой. Нет. Ради ее любви... Прекрасно. It's brilliant. Прекрасно. Прекрасно. Собирайся. Я готов. Прекрасно. Едем домой. Прекрасно. Нет. Ради ее любви я готов на все. Прекрасно. А? Мне ничего не страшно. Прекрасно. Ты что, серьезно надеешься допрыгнуть до платка? Нет-нет, я отказываюсь. Ты, конечно, можешь попытаться, но... Бунтовать мне? Выбирай, или живодерня, или платок. Дорогой wolf, man? Князь наш совсем спятил и попал в беду. Околдовала его царица... Так что надо выручать монарха, иначе всю Русь потеряем. Срочно! Может быть, это последнее мое письмо. Ждет меня отчаянный подвиг, из которого не знаю, вернусь ли живым. Что за херен? Are they gonna try to find a cure how to, you know what I'm saying, get him to fall out of love with her or something? How do you break that spell? Tihan! Wait. Tihan is back! Tihan Valnusis! Miyagi and Lubaba. That's just a double relationship, bro. Both of them are Ibanuti. Да ты что, Любава? Да ты скорее это дело.
бабью работу по дому выполнять. Ай. Да что с тобой, Алешенька? Может, заболел ты, а не притомился? Ага, притомился. Дома сидеть. Мне бы в чисто поле с супостатом лихим в бою силушкой помериться. Так что надо выручать монаха. Can I read this? Ми жнибат. Хорошо. Кнайзвибат. Is this Russian? Nah, I can't read this. Alright, I'm gonna try. Ми жна хорошо кнай... Наюшуи... No, I can actually read a little bit. I'm not trying this. Нахуй надо. Нарха, иначе всю Русь потеряем. Спитаем. Так, еду на подвиги. Старый русский. Опа! Бабушка! That's my favorite. That's my favorite. Где-то я уже это видел. Тьфу! Как хочешь, а без меча я тебя не пущу! Wait, spy teal means going crazy. Давай в ремонт его отдадим. Да ну что ты так? Из-за железяки какой-то. А силушка богатырская на что? Может, не надо, Алёшенька? Like a little bear, man. Все равно он не допрыгнет. Руки прочь! Вы не имеете права! Пустите! Осторожней! Damn, ногу, Arnie, ногу! Going spy. Предупреждаю, я не в форме! Мне постельный режим нужен! А вдруг у меня ящур? Молчи! Молчи, богатырский конь! Эй, полегче шпорами-то! И вообще, должен со всей ответственностью предупредить... Нихуя себе! К чему эта комедия? Потерпи, у русских так принято. That actually worked? Yo, this guy is crazy. What is this? Choblet! This guy looks like... This guy's a good boy. Nah, bruh. This guy looks like a sabaka. Looks like a sabak. Bro, if you're not Davishka, bro, this is so unattractive. О, прекрасная царица! Я давно хотел говорить... Это он хочет потрахать. Горы до леса, лес, а затем из-за лесами лес до гора. Эй! Покажу свою силушку богатырскую! Все дурака валяешь, Алешенька. А Илью с Добрыней чего не позвал? Хочешь, чтобы тебя признали первым богатырем на Руси? Fortnite, real life. Что? А ну повтори, чего сказал? Чего слышал? А кто это? Это я, твоя совесть. Что ж я, по-твоему, обманул Илью с Добрыней? А это уж сам решай. Who is that? А думаешь, великое дело за князем съездить? Тут и одного богатыря много. Чего людей зря беспокоить? А, разговаривать еще с тобой. А за тою, за горою, горы да леса, а за теми, за лесами, трынь да трава. А за теми, за горами. Эх, Алеша. Скизофрения. Wait, Алеша, скизофрения? Since when? Когда? Съездить. А, разговаривать еще с тобой. А за тою, за горою, горы да леса, а за теми, за лесами, трынь да трава. А за теми, за горами. Эх, Алеша, Алеша. Вот я и подумал, съездим, проветримся втроем.
А уж там на месте видно будет, кто из нас того... этого. Молодец. Правильно решил. Подвигами делиться надо. Молодец. А то успеха не будет. Есть такая примета. Поехали за Добрыней. Не пущу! Ишь, чего затеяли? По шамаханским царствам разгуливать, да на девиц любоваться. Так ведь князь... That always fighting, bro. В плену. Его царица околдовала. А вам и завидно. Тоже к царице в плен захотелось. Я тебя так околдую, забудешь, в какой стороне шамахана-то. А вы чего встали? Живо по домам! Так ведь служба, Настасья Филипповна. А без Добрыни Никитича нам не справиться. Даже и не сманивайте! Не пущу! Ну что ж ты так разволновалась, Настасьюшка? Вон, и щека вся в саже. А? Где? Нет никакой сажи. Удрал. Ну? Ой. А? Где? Нет никакой сажи. Damn! Удрал. Ё-моё, блядь! How did he go so fast? Меня заебало! Ninja skills! Это пиздец! Ну, Добрыня! Погоди! Нескладно это вы придумали. Ну, насчет царицы. Настасья у меня больно ревнивая. Ничего мы не придумали. Князь и правда у царицы в плену. Да ну! Вот беда с этими бабами. Женщинами. За Хеброн. Ключ-то есть? А как же ты без коня? О, Вася. Смотрите, братцы, как приветливо. Кись отсюда! Не всему доверяй, что с виду красиво. Есть такая примета. Не скажи, Илья. Не забди гуски, бабу. Совсем как глаза у моей Настасьюшки. Васа is the smartest character in the movie? Это правда, чат? Это правда? Эх, как-то она там, без меня. Соскучился, Добрыня Никитич? Давно миской по затылку не получал. Кама, я знаю. Эх, Алёшка, жену не за покорность любят. Это да. Иной раз и настоял бы на своем. Так она и скалку в руки взять может. Moses is smarter. Да. Жены нынче самостоятельные. Вот взять Алену мою. У нее и минутки свободной нет. Вся в делах и заботах. А любава тоже бывает. За целый день не присядет. Осторожнее! И на жопу. И на задниста. Юлий, а я спросить стесняюсь. Испытание-то мы прошли ведь? Как думаешь, можно теперь свататься? Да очнись же ты, наконец! Околдовала тебя царица! Ей земли твои нужны! Земли? Земли? Ты прав. Она должна убедиться, что я прибыл с самыми серьезными намерениями. Ё-моё! This king's crazy, bro. You bunnuti. Слушай, отписать шамаханской царице половину княжества Киевского. Что скажешь? Теперь она меня не отвергнет. This just looks wrong. So much of these scenes look sus. So much of these scenes looks очень-очень sus. Ну вот, скакали-скакали, а теперь до утра жди. Эх. Эх.
А может, князя уже и в живых нет? Давайте ворота сломаем и посмотрим, не извела ли его коварная царица. Неудобно, женщина все-таки. Ну, как хотите. Князь doesn't need a wife, yes, Julius? Это факт, да? Как бы он чего не натворил. Йо, Алёша, почему, блядь? Ты табаю! How? Look at these guys, bro. Oh my god. Алёша actually makes me mad sometimes, bro. Sometimes my Алёша... Йо, Алёша... Oh my gosh, Алёша. Bro, you have three people with you? And you go by yourself. He's dead. Oh my gosh. Хуем Паблу не дало. Как бы он чего не натворил. Царица, я давно хотел тебе сказать. Когда я был совсем маленьким и глупым, и рассказал князь всю свою жизнь царице. И не просто рассказал, а издалека начал. Рассказал про первую скарлатину, про первую двойку, про то, как папа его... Is he trying to propose? Yo, this guy. Начал князь всю свою жизнь царице. И не просто рассказал, а издалека начал. Рассказал про первую... Nah, I know people like this, bro. Я знаю людей, как this, you feel me? You know what I'm saying? There's actually people that every time they meet someone, every time they meet a Девишка, they have to tell their жизни, their life story. Their life story. Это факт. Жизнь царицы. Every time. И не просто рассказал, а издалека начал. Рассказал про первую скарлатину, про первую двойку, про то, как папа его в угол ставил, и про то, как курить пробовал. Но несмотря на все свои недостатки, вырос он веселым, крепким, выносливым и очень сильным. И слава о мудрости его и благородстве облетела все земли, и трепещут враги его, и нет ему в мире равных. И на основании всего вышеизложенного прошу царицу стать моей женой. Юрак. Ну, наконец-то. Седлайте лошадей! Мы с князем едем в Киев! Всем стоять! Работают три богатыря! Алёша! Князь! Отходи к воротам, я прикрою! Алёша! Алёша? Алёша? О, Алёша! Царица, люби... Сейчас Алёша с каблок now, bro. Ебать. Любимая. Любимая? Алёша! Алёша! Выручай, Алёша. Недруги мои идут. Bro, what's wrong with this guy, bro? Yo, Алёша, почему? He's dead. Traitor, это факт. Friendly fire, like Boulevard Depo. Это факт. Йо! Нихуя себе! Чё, блядь? Oh, damn. F's in the chat for, you know what I'm saying? Илья Добрыня. Что? This is Bazoomiang. This is a kablook. Kablook. Oh my gosh. This guy. Billia.
This is crazy. Oh my goodness. So this is actually the way. This is the craziest thing I've seen, bro. He said, this is crazy. Yo, my yo. Алёша. Now this year, he has the best superpower of all time. This suka is Ibanuti. Мне нравится. Ты что тут разлетался? Я же велела коней седлать. Да я ищу тут этого. Куда же он подевался? Кто? Князь? Да нет. Говорящий осел бежал впереди меня и вдруг пропал. Осел? Ума не приложу, да куда он мог деться? Подам. Не терпится спустить с него шкуру. Да вроде того. Не люблю выск. Did you see him? Bro, he's making so much noise too, though. Не терпится спустить с него шкуру. Да вроде того. Не люблю выскочек. Успокойся. Успеешь еще. К тому же теперь он для нас не опасен. Ошибаетесь. Я опасен. Я смертельно опасен. Эй! Ай-я! No, it's not, bro. No, it's not. You know what I'm saying? No, it's not. This guy, bro, he's like, you can't underestimate me. And then look what he does. Dabayo, two boy. Ошибаетесь. Я опасен. Я смертельно опасен. Эй, ай-я! А? Кто здесь? Эй! Отъедай враг силушки богатырской! Где супостаты? Бей! Постоим, богатыри, за землю! Why do you fight when you can't even see each other? Страда хуйнёй! You feel me? This is crazy! Землю русскую! They did this in Алёша Попов, which one too? Oh my gosh! Юрий! Ты! Типичные богатыри! Сначала пьют, потом спрашивают! Это где факт. Это мы? Где, где? В тюрьме! Да кто же это нас? Троих GG. Богатырей сумел в тюрьму упрятать. А, лучше б тебе не знать. GG's. GG's, надо... GG's. GG's. Охуевший. Охуевший Алёша Попович. Добрынюшка. Илюша. Ай. Не казнись, Алёша. Давайте я вам все объясню. Погоди, Юлий. После объяснять будешь. Сперва нужно выбраться отсюда. How are they gonna get out of this, bro? This is blood. This is bad. This is bad. This is bad. Oh, never mind, bro. These guys can just... Yo, these guys can pick up a whole building. Yo, what is this? Ебать! Стойте, стойте, погодите! Подождите, не опускайте! Сейчас я пройду! They actually play life on creative mode. This is too легко. Так что легко, you feel me? Ой! Ну!
Чего вы застыли? Все уже, можно опускать. Готовы? На счет три. Раз, два, три. Ну? He just ibnul kumisa. А? Что? Рассказывай. Да что тут рассказывать? Князь наш голову... The story of the world's Hulk from reference? Ну, совсем потерял. Земли русские раздает налево-направо. Царицу в Киев повез. Ой, что будет, что будет? Седлайте коней. Kratos? Перехватим их по дороге. Кумис? Что кумис? Вот любуюсь я на тебя. Любуюсь. Молоко. А налюбоваться не могу. Открой личко. По законам Шамаханского царства, невеста может открыть лицо только после свадьбы. Скорее бы уж свадьба. He acts like a deity. It's actually kind of cringy, bro. You feel me? I can't look at him the same no more, bro. А ты знаешь, друг мой, yeah! Какой свадебный подарок я хочу получить? Проси, чего хочешь. Я хочу, чтобы ты собрал со своих земель 1000 красавиц. Есть на Руси красавицы? Oh, that's what you guys are calling a tenderly bae. Because she's blocked her nose. Her face. Oh, I was confused why you guys are calling her tenderly bae. Ye butt. Okay, that makes more sense. Oh, that's funny. Ой, да что ты? 1000. 2000. 3000 соберу. Царица. Ой. Они бежали. Кто бежали? Куда бежали? Поспи, друг мой. Ты устал. Gosh. Wait, let's see the scene. Does she actually look like Tenderly Bae, chat? Tenderly, where's Tenderly Bae? You know what I'm saying? But Tenderly Bae took off her mask now. So she does not have a mask no more. You know what I'm saying? You look the same, chat? Don't look the same. Actually! Low-key, I ain't gonna lie, low-key. You know what I mean? If Tenderly Bae was a little bit more, like, darker, a little bit... No, they actually kind of look the same. Know what I'm saying? Look the same, chat. They both got money, can't get still. I ain't gonna lie. Low key. Tenderly Bae! Кто беру? Царица. Ой! Они бежали. She looked TDP without mastery. Поспи, друг мой. Ты устал. Bro, she can make people spot too. Tenderly Bae. Что? Как? Bro, these superpowers are actually crazy now, bro. His feather can make an army appear. Как? Really? This is not serious no more. Magic. Ты чего, Юлий? Bro, I can't defend Alosha no more, bro. He doesn't have glissades or something. Юлий, дай-ка я на тебя пересяду. Так мне сподручней будет. Не согласен. Вот-вот, послушай, что старшие говорят. А то сразу пересяду. Разделиться нам нужно. Поддерживаю. Не согласен. Зачем делиться? Нужно их обойти, а еще лучше назад повернуть. Да, братцы,
Зачем делиться? В атаку нужно! Ура! А затем, что если мы здесь все поляжем, то кто тогда землю русскую защищать будет? Один из нас должен остаться. Остальные дальше пойдут. Кто короткую вытянет, тот и останется. Эх, не повезло. Длинная. Да, жалко. И у меня длинная. Ну, братцы, не поминайте лихом. Если что плохого было, то простите. И ты, Добрыня, прости нас. Будь ты хоть сарацин, хоть русич, князь или простой топорник, а нет для воина большей радости, чем вернуться живым и невредимым к семье своей. Очень любил своих товарищей Добрыня и добра им желал. Вот и схитрил он. Ну, держись, погнали! Я покажу, давай! Как с богатырем русским дело иметь! За Русь, матушку! She's smart. That pizza was really umni. Bee's dead. It's a bee's dead blood. That was actually kind of smart. So it was basically, there was a cliff, but you put the imaginary army. Damn. That's Stari Tietze. Bee's dead. Basho Nahwe. В Киев налево. Алёша, не отставай! Wait, what? Who changed it? Отставай! Конечно, Алёша Попович is gonna go the wrong way. Ага, Киев направо. Илья, подожди! The Raven's smart, though. The Raven's smart. Damn. What does Ney Balovo mean? Здорово, братцы! Не подскажете, в какой стороне тут Киевская Русь находится? Спасибо большое, Анонимус! Вы чего это? На всех... Yo, those people are actually retarded, bro. I ain't gonna lie. Вообще-то, they're actually dub-yob, you feel me? I remember the last time they were in Alosha Popovich, I think, they were dub-yob too. Вы чего это? На всех, что ли, так бросаетесь? Я ж только хотел... Ребята, не лезьте! А то зашибу! Imagine all that training you guys do for nothing. For ничего. All that training for ничего.
just to get beat up by, you know what I'm saying? Я ж сказал, что зашибу. All that training for nothing, bro. Why someone sees kryptonites? Эй, эй, уберите этого. Вы чего? А то и его зашибу. Эй! Man's just spamming combinations, bro. Пиздобор. Эй, эй, уберите этого. Вы чего? А то и его зашибу. Эй! Мы впервые видим стиль зашибу. Ты достоин великой чести. О, трехголовый! Окажи нам милость и сразись с этим чужеземцем. Узри истинную силу. Зашибу. What's Zashibu? That's actually, but look how he was fighting. That's literally like when you first play like Mortal Kombat and those fighting games. That's how you, that's how it is, bro. You just spam every move that you know. What's Zashibu? Russian Dwayne Johnson. Kick your ass up. Ishrohaz! They're back! They're back! Venusus! Уша! Горыныч? Добрыня? Вот тебе! You've been scammed, bro! You know what I'm saying? That's tough! Горыныч? Добрыня? Вот тебе! А я думаю, куда? Сколько лет, Зашибу? Так, кормит хорошо. Принесите-ка нам выпить и закусить. But this happens every single time. They make it look so epic, and then they're friends. Я не понимаю, и как тебя туда занесло? Я ж думал, тут не глубоко. Вот беда мне с тобой, Алёша. Лови! Моисей, я не хотел. Фу, и откуда в болоте столько грязи? А куда Илья подевался? Не знаю, в тумане не видно ничего было. Ну ничего, сами управимся. Who is that? Илья? Кто это? Эх, Моисей, Моисей. How? Ну как же ты так, а? Ну вот опять. Вечно с тобой что-то случается. Bro, I swear, Alyosha Popovich is like blind or something, bro. You feel me? He has no glazad. But who is this guy, bro? This guy looks scary. И почему, скажи, пожалуйста, я никогда не попадаю в дурацкие положения? А? Алёша! Hey, Юлий! Ты где? Who is that? Чебака? Алёша! Ты что ли? Вот тяна. А где же Добрыня? Конь без седока, беда недалека. Есть такая примета. Вася! Ну иди сюда. Вася, а хозяин твой куда подевался? Damn! Never mind. Yeah, that raven's crazy.
hard to get married, man. Как хорошо в дом родной воротиться. Дома-то родного уже нет, почитай. Половина земли русской шамахи отписана. Считай, не осталось. Не шумим, братцы, не шумим. Подтверждаю. Сделал я подарок царице. I didn't realize she's so much taller than this guy, bro. This guy's so manikin. Ебать. I think it's because the heels. Is she wearing heels? I think she has heels. По случаю нашей... But still, I think he's still shorter, bro. Свадьбы. Поздравления принимаются. That's awesome. Oh, damn. А должность так и называется. Китайский дракон при монастыре. Работа не пыльная. Льготы, премии, все как положено. Сверхурочные вдвойне оплачивают. Ну, питание здесь, правда, не очень. Зато форма на... Чай, I'm like him. I can't use chopsticks. Are you trying to use chopsticks? Питание здесь, правда. Чай, can you guys use chopsticks? I'm плохо. I'm очень-очень плохо using chopsticks. I can't use it. You know what I'm saying? Easy? Someone teach me, bro. Someone's been trying to teach me for so long. I don't know how. Я не знаю. I use fork? Чай, I asked for a fork. But actually, I use it like my own technique. I'm bad at it. I'm very bad. I'm очень плохо. But I do my own technique. You know what I'm saying? It works. Only with sushi. Damn, bro. Someone need to teach me, man. Easy. Everyone's saying licor. Yeah, too boy. Why would I use them when I just have my hands? What the fuck? Who is this guy? Are clean. You know what I said? What the fuck? It's more comfortable than a work. Pasha technique. Utibia huki I jopa hastut. Huh? What are you saying? Сверхурочные вдвойне оплачивают. Ну. What are you saying? Посасе она хуй и получила за что половину страны. What is that? Yo, your hands come out of your ass, he says. Zavi, za, no, I'm saying. Zvali ibalo. Отсуси махуй. Сейчас. А должность так и называется. Китайский дракон при монастыре. Работа не пыльная. Льготы, премии, все как положено. Сверхурочные вдвойне оплачивают. Ну, питание здесь, правда, не очень. Calling the N-word. Зато форма нарядная. Правда, Добрыня? Не знаю, подушку брать, не брать. Подушки, веер. Ты прям как женщина собираешься. Оставь это все, налегке полетим. They've been eating. Наконец-то! Горыныч, не тряси. Ты что, летать разучился? Спасибо большое на RZT! Еще раз! Йо, спасибо большое! Дарова! You know what I'm saying? Ебать! Damn! That's crazy! Спасибо большое на RZT, man! The legend! Йо-май-йо! You know what I'm saying? Damn, W Flom, bro. You know what I'm saying? Дарова, как сам, everybody. Как сам. W's in the chat, man. W's in the chat. What the fuck, dude? Дарова, ебать. You know what I'm saying? Yellow blue. Мне, you know what I'm saying? Мне нравится RZT, man. He's cool, man. He's a cool guy, bro. You know what I'm saying? He's a cool guy. W's in the chat. Это факта. Ахуяна, это факта. Хорош. Chat, we are watching How to Not Rescue a Princess.
Меня заебало. Не ебать. А, привет, бро. Alright, let's go. Let's go. Three богатые. We're watching How to Not Rescue Princess, you feel me? We're almost done. Damn, 672 in this, man. You butt. That's a lot of people. No cap. Гариныч, не тряси. Ты что, летать разучился? Пельмени? Is that пельмени? Bro, why she look so грузно? That's пельмени. Пельмени is грузно. Это факта. With borscht. That's Vareniki. Vareniki is Kuzna Toja. Then they got the whole pig. Balshoi pig. Че, смотри. She looks so uninterested. Yo, this guy's a Balshoi deity, man. This king, yo, this is a Balshoi deity. But she looks so, you know what I'm saying? Tenderly Bay looks so grузно, man. Tenderly Bay looks so grузно. That's the... Хорошо-то как, князь, там эти... Красавицы прибыли. Наша ребенок. Куда их девать-то? Ну пусть тут у стеночки постоят. Ё-моё, all the девушкас in one. Damn, this is a dream. And us, is it all of them? Is this Zabava? No, it's not. Seaskis. Tavishkas. Yo, Minen Nujna. All of these people. Minen Nujna. Yo, Chai, which one's the best one? Is this Zabava? That's Zabava, right? Pravda. You know what I'm saying? Damn, she's the best one here. That's Lubava. This a random girl? She looks like Zabava or Lubava. Whatever their name is. Damn. You guys are Vistal. Ну-ка, полюбуйся на себя. Красавица. Чё, блядь? Нихуя себе, блядь! Ахуеть! Оу! Never mind. Yo, that girl's evil, bro. Слушайте, курицы. Всем смотреться в мое зеркало и всем плакать. Все время. Поняли? Oh, I thought they actually looked like that. This is crazy, bro. Is it? It's a spell, right? It's another spell of hers. Bro, she's actually mean, bro. Know what I'm saying? She's on a mudak, blet. Все время. Поняли? Слышите? Веселая, видать, свадебка выдалась. Мы по делу. Нам князь нужен. Не велено никого пускать. Она большой сука, это факт. Да знаем мы, что свадьба. Вон, слышно, как они веселятся. Вы про богатыри. И русских слыхали? Ну, слыхали. И чё? Ну, так мы их жены! А,
Мне не нужно. Мне не нужно. Я люблю, я люблю. Бро. Who's this ogre, bro? Вы... это... любезный. Вы вообще знаете, кто я такой? Знаю. Ужин. Да ты что? Я, между прочим, заведующий библиотекой князя Киевского. Это другое дело. Тогда с чесночком. Oh, F's for Julius, Julia. Damn! А, помогите! Проголодался лохматый? Отведай-ка силушки бога... This is why I actually like Alosha. Even though Alosha Popovich is tupoy sometimes, you know what I'm saying? He comes in, he saves the day at the same time, man, you feel me? He's still a goon warrior. Атырской. А гун богатия. Never mind. Алёша! Нормальный парень. Могли бы дружить. Да какой нормальный? Это же тупиковая ветвь эволюции! Погнали! Да что же это такое? Прям... You're crazy for saying that. BDSM horse. Кунсткамера какая-то! Да это же Горыныч! Горыныч! А на нем Добрыня. Добрыня! Клюв даю. Больше мы этих богатырей не увидим. Прекрасно. Враги повержены, красавицы плачут. Теперь мне никто не помешает. Дорогая, свадьба состоялась. Открой личико-то. Ой. Вот они, голубки. А ну, отвечайте по-хорошему. Где наши мужья? The wives, the Jenners. Вам туда. Brother, still crying? Это still плачешь? Богатырей. А. Так вы их боевые подруги. Ах, бедняжки. Боюсь, вы их больше не увидите. С ними покончено. Ну, что же вы не рыдаете? Не дождешься ты наших слез! Почему? Не дождешься ты наших слез! Сейчас я тебе... Стража, схватите этих матрешек! Отпусти! Какая же русская свадьба без драки? Ура! Драка, драка! Драка! Бро, she's actually fire, bro. Мне нравится, you feel me? She can fight, bro. She can actually fight. Мне нужна русская девушка, как this, like her, bro. Как она. Yo, you guys exist. What was that picture? Oh, the king is gonna... Yo, the king was...
Oh, the king was horny for no reason. He was a kablok for no reason. Bro, she got a yatsa. She got a Balshoi yatsa on her libalo. Peace debt. Oh, hell nah. Нихуя себе. Открыла личико. Чего? No, there's no way. There's no way. This guy still likes her. Открыла. Still. Личико. Чего уставились остолопы? В темницу их. Как она прекрасна. Сука! No way he likes her. Now this guy is crazy, bro. This, oh my gosh. He still likes her. Chat, what do you guys rate her out of day seats? What do you guys rate her out of... What do you rate... Bro, he wants to yibao so bad, bro. Так что плохо. He wants to... Тахай so bad. И этого тоже. Оцени. Оцени her, bro. Надоел, кретин. Day seats. Дьяви... Not 11. Day seats. Day seats. Day seats. Day seats. It's 100. Bro, you guys are trolling, bro. This is... She looks like Oxymiron. Yo, he looks like... Wait. Hold on, wait. How do you rate... Satire... No, it looks like the fake Oxymiron. Wait, hold on. I'm going back, actually. Where is it? Good deal. It looks like the satire version of Oxymiron. This Oxymiron. This one. Fuck. Решить вы, чтобы. That's the Oxymiron it looks like. That's the Oxymiron it looks like. No cap. That's the one, bro. You know what I'm saying? Yeah, but how? New Nahoy Blit. Johnny Sims. Johnny Sims is crazy. She looks like Goof. That's not Oxymiron. I know, that's satire. That's satire. The satire version. Доел. Нет. Королева? Этого тоже. Надоел. Кретин. Looks like Issa? Nah, that's out of pocket, бро. Issa. Not my guy Issa, man. She looks like my хуй. This is the biggest catfish of all time, chat. Yo, this is why you don't use Tinder, y'all. This is why you don't use Tinder. This is the biggest catfish of all time. Нет, не царица, не царица, а королева. Королева красоты. How are you gonna say she's красоты? Ну что, Алёшка, справился ты с силой тёмную? Да тут такое дело! С Ильёй мы разделились, да я в болоте завяз, а ты? А, у меня, брат, ещё хуже вышло. Я и вовсе до них не добрался. Верблюда своего потерял, Васю. Жалко его. Я выкинуешь, по-моему. Вся надежда теперь улетай! На Илью Ивановича. О, Илюша! Yo, that's perfect aim, bro.
Нет, мы всех не удержим! Таня, Таня, бросай! Я тебя брошу! Я тебя брошу, мышь летучая! Так, снижаемся! Юлий! Покажешь им короткую дорогу! Вот... Я дырка. Damn. Why sound like you got хуй слаб? Где? В тюрьме. В тюрьме? Хуем публю не дало. В своей родной тюрьме. Вспомнил все. Князь, то, что эта ведьма про мужей наших говорила, правда? Да, ведьма. Это точно. Она ведьма. Oh, you finally out of the spell. So you just all you have to do is put water, vadai, on your litso, and you're out of the spell. Какую я совершила оплошность? Ага, все вы так говорите. Сначала свет мой голубушка, а потом оплошность. Ошибка молодости. Княже, что ж с мужьями нашими? Нет, не могла она их погубить. Я чувствую это, знаю. Не могла. У них одних теперь наше спасение. Спасение земли русской. Так, это моя тюрьма? Очень хорошо. Какая же та камера? А, кажется, восьмая. Ну, конечно, восьмая. У меня тут в каждой камере свои хитрости придуманы. Сейчас мы выберемся отсюда. Вот. Шо, блядь? Может, шестая? He's dead. Нет, вроде не шестая. А, пятая. Ну, конечно, пятая. Йо. Yo, what's wrong with this king, bruh? А как же это остановить? Как же это остановить? Не работает! 13-й! Пизда! 15-й! Как же это остановить? Забыл! Неужели забыл? Может, 8-я? Как же это остановить? Забыл! Девоньки, а ну давай! Мяги! Тихо! Мяги! Не работает! Бабушка! Меня забыли! Давай руку, княже! А я тебя уже где-то видел. Ну, герой, герой! Я тебе, пожалуй, к ордену представлю. So close. Lucky! Погнали! They're still crying. Плохо oh my дело, gosh. Видать. Я зайду слева, а вы правее берите. Горыныч нас с воздуха пусть прикрывает. Almost all the problems come from the prince. It's a fuck-ta. Just like in the last one. You know what I'm saying? It was his fault too. Ну, держись, шамаханская царица. Тихон, бабуля, а вы оказались здесь? Как? Алёшенька! Любавушка! Алёнушка! Бабуля is my любимый character in all the films, man. It's a fucked-a. Just look at the Зениста, bro. Любимая! Плачем. Не задерживай. Bro, put that mask back on, Blit. Put it back on, Tenderly Bay. I don't want to see this, bruh. God damn. Царица, богатыри под Киевом. Ты чего замолчала? Ну-ка, быстро реветь! Мы тебе не ревы, коровы! Не будем больше плакать! Нас богатыри спасут! А тебе крышка! Ты же говорил, что я их больше не увижу!
Ребятушки, вы уж постарайтесь выковырять эту заразу земли русской. А я вас, само собой, не забуду. Алёша! Алёша! Царица, люби! Добі Любава, ме. Любава. Я люблю Любава, ме. Царица, люби. Любава? Ты уж прости меня, Алёшенька. Да только не гош. Это факт. Я люблю Любава, ме. Да на чужих жён заглядываться. Не по-людски это. Ух ты! Я тебя! Чего? Yeah, this show, yo, I love this show, man. This show is not a kid show. I know it's not a kid show, but it's crazy. Yo, Tian couldn't resist, man. Ух ты! Я тебя! Чего? Yo, Tian, bro, you have the best one, bro. You know, you got the best one right beside you, bro. Ух ты! Я тебя! Чего? Сообразили матрешки проклятые. Ну ладно. What the hell? What kind of chutney magic is this? And these ones look real. These ones look real. These ones don't look fake. Идут. Идут is they're coming. Pause. Идут. Засупонилась красная солнышко. Замолчали в лесу глухари. Это вышли развлечься по полюшка. Наши русские богатыри. Вот Илюша слегка разминается. И Добрыня уже тут как то. So they're gonna fight blind. Alright, I thought Ilya was smart, bro. You guys were saying Ilya and Dobrina are smart. Now they look like Durax. I ain't gonna lie, they look like Durax. Okay, Idiot is... They're coming, hold on. I know they're trying to, like, protect themselves, but... How are you guys gonna fight blind? Сейчас Алёша чуть-чуть оклемается, и настанет врагам всем капут. Ну что, видали? Сейчас от ваших богатырей только косточки останутся. Хвастай, дружок, своей силою, чтобы хныкать потом не пришлось. Будем драться на зависть красиво мы, поломаем тебе полуось. Damn! Илюша! Добрыня, берегись! Только жены легонько тревожатся, но не раз говорили мы. Пусть враги хоть сто раз приумножатся, мы зальем им на... Oh, these guys are the final boss. Чё, блядь? Thinking is... How do you beat these guys? How do you beat these guys? Thinking is regenerate. Богатырская сила. Да, видно, в повязках им не справиться. Не видна нам, как видно, пока. Будем действовать по обстоятельствам. Если выйдет, дадим тумака. Yo, завали ебало, bro. Why do you keep... I don't want to keep hearing this, bro.
Наконец-то! Что же, демоны, вы пригорюнились? Стало скучно вам нашей... Who is this guy? Who is this guy singing? You know what I'm saying? It's fire. Кишайц. Что же, демоны, вы пригорюнились? Стало скучно вам нашей земле? Хорошо бы набраться Damn. Вам опыта. Damn. Для начала Damn. Хоть Damn. Фитнес-кружке. Damn. Damn. Хотела полюбопытствовать. Дорога ли в шамахе пшеница? Кто такая? Эй, it's the legendary бабушка. It's the legendary бабушка, you know what I'm saying? Yo, the бабушкас are the most luchich characters in these shows. I'm telling you, bro, they're the best heroes. You feel me? Это факта. Хотела полюбопытствовать. Дорога ли в шамахе пшеница? Кто такая? А ну пошла отсюда! Почем за мешок, а? Да за какой мешок? А вот за какой! Тихон, держи ее! Да пусти ты! Лежи! Это факта. Зацепись, пять, карик! Ну, так кто первый богатырь на Руси? Мы! Let's go! Дорогие мои сограждане, братья и сестры, с радостью сообщаю вам, что неприятное происшествие в Шамаханском... So in every show, it's called the three heroes. But at the end of the show, they all get saved because of the бабушкас. And Тихон. They're the real heroes, man. You know what I'm saying? С радостью сообщаю вам, что неприятное происшествие с шамаханской царицей благополучно завершилось. Погнали! Спасибо вам, родные, за помощь вашу. Одному без вас тяжело мне было бы справиться. И женушкам вашим поклон княжеский и уважение. Всегда рад видеть. Жду в гости. And then they get вот, all the credit. Как я обещал. Орден тебе выхлопотал. Говори сейчас, как ты про подземный ход узнал? Это же государственная тайна. Так это, стража сказала, что тебя в седьмую камеру посадили. В седьмую? В седьмую. Ну? Ну, а как текать из седьмой камеры, весь Киев знает. А царица у нас в какой камере сидит? Седьмой, князь-батюшка. She escaped already. How did you guys forget about? Oh my gosh, you need guards, bruh. What is she gonna do with this water? All that crying. What was this for? I wanna see. Interesting. Не работает. Не работаешь. Oh, it's that thing that we saw. I forgot. Ah, damn, I forgot. I should have listened better. Не работает. It's for this thing. Alright, cool. Понял. Шариш. Hey, yo! Кажется, работает. Damn, she shook down me. Mm-mm-mm.
Damn, she actually bad low-key in us. Она Кузна. Она красивая. Она красоти. Ты это ешь. She's gonna eat all of them. Так много, слышишь? Остановись! Стой же! Да уйди ты! Wait! she ate too much and she turned into a Deka. Nah, wait, Popo. He turned into a deity. Oh, hell no. Скучно. Скучно. И со свадьбы ничего не вышло. Into sperm. А как было весело. Какие закуски. В смысле, беда с этими женщинами. Беда. She won't get older anymore. Вот у меня тоже был случай неприятный. В Воронеже это было. Is that her? Вот у меня тоже был случай неприятный. В Воронеже это было. No way. This is actually crazy. Ух ты! Ути, 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 ути! Какая хорошенькая, а? Yo, that's an evil ass laugh. Yo, I like this one. I like this one. What is it called? Do you realize that all people were just conceit come at some point? I like this one. Minute Nagavitsa. I like this one. No cap. I like this one. This one's up there. This one's cool, man. I like this one. This one might be my favorite. This one and Alosha Popovich. This one's. I like how they're all together. I like them all together. It's actually pretty good. I like this one. Chat, what do you got? Which is your favorite one? Kokoi Tavoy Lubimi. One. She hot and damn. This one actually might be my favorite one so far. This one was cool, man. I actually like this one. This one's good. This one's Harosh. You know what I'm saying? Ilya's your favorite? Next part's better too. Which one's the next part?